Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Все гонят, потому что я черный. За мои черные строки копы ненавидят меня. Копы ненавидят меня, то что я черный. И это так больно. Да, это так больно. Это так больно. На качелях сидеть, блядь. Блядь, копы. Копы. Да, вообще нормально. Всех, кого я ебал из этого эфира, можете отписываться. Копы ненавидят меня за то, что я черный, читаю черные строки, как это больно. Сука, это, блядь, вообще шедевр. Сегодня вы можете меня встретить на концерте ЛСП. Я могу вам дать поеблить, что там вообще с разгона. Лаки он стирает, он мы живем вдвоем, он стирает. Ну, битмейкер с артистом должен жить как бок о бок. Вот стирает старик, он кучу, блядь, хуйни всякой. Надо заниматься идеям, что биты стучать я умею. Сейчас каждый праворульный битмейкер. А вот если нормально что-нибудь, это, блядь. Копы ненавидят меня за то, что я черный, за мои черные строки. Это больно. Я сейчас пиздец, пока моется вот с этой шкатулки деньги, блядь. А там хуй, короче, плавает, блядь, прикинь. Такие вот серьезные девочки. Сейчас едем на матч Англия-Франция. Раскол сейчас впишет нас, короче, в Акуловке. Здравствуйте. Здравствуйте. Копы. Я чувствую.
Да я. Чисто, блядь, пизда, блядь. Ну чё ты там, вписочник, блядь, приехал сниматься ты, а? Стыдно стало? А чё ехать я ради часа, я, блядь, пойду. Нихуя там, нормально там будет всё, чё, сочно. Пацаны обижаются. Пацаны, короче, говорят, Паша опять, говорит, блядь, подставил. Кто говорил? Пацаны серьезные, со вписки. Ювелир расстроился, хотел тебе тоже через сделать новое, а ты, блядь. Ну, я думаю, блядь, ты без меня там справишься. Да я-то справлюсь, я хотел это. Чё у меня, твоих зубов-то нету, ёпта. Тебе это глузайно. Это за ним ехать, блядь, к тебе ехать далеко, пиздец. Да ебанулся, нахуй, ехать 10 минут, ёпта. МКАД стоит, ёпта. Да, хуй, ничего не стоит, братан, я. Вот свободно все смотрю. Так я сейчас не дома. А где ты? Я в Измайлово. А, нихуя себе. Измайловский? Да. Ну, понял тебя, братский. Слушай, там у нас огромный сейл на следующей неделе. Пацаны ждут тебя еще в гости, там еще что-то хотят, походу, тебе. Что надо будет? Начислить. Что? Ну, приехали. Посидеть там, типа, что там, ебалом пощелкать там, приглашать людей, посты поделать. Могу часа 4 пощелкать. Ну, нормально, на следующей недельке там, короче, будет распродажа, что наел на себе компани как раз, большая. Нормально. Ну, Усачёва, ёпта, да? Усачёва 10, да, ёпта. Чё, попробовал я этот, как его? Да я понял, но это не... Мне понравился, хороший. Телеграмм. Пиши телеграмму. Хорошо. Здесь мы обсуждаем, как тебе Кизару последний альбом, как тебе Фейс, как тебе Фараон, как тебе вообще новая школа рэпа. Новая школа, уважаю только вот его, короче. Виллил Скват вообще люблю. Люблю, короче, один трек. Вот у этого пацана мне вот один трек нравится. Они мне не верят, отвечаю, на это правда. Я вчера проснулся, я случайно трахал запах. Я кидаю сумку на багажник Мазерати. Я вчера проснулся и случайно трахал запах. Они мне не верят, отвечаю, на это правда. Я вчера проснулся и случайно трахал запах. Я кидаю сумку на багажник Мазерати. Припев хороший. Слышь, ну и, конечно же, Пульсар велел Сквада. Топчик. Джимба. Понравился вот в этом последний альбом. Трек, блядь, Enter the Pain. Вообще охуенный, пиздатый. Ну, мне просто как бы нравится аналог этой песни у группы An Average Gang, которая выпустила где-то, может, год назад с этим же сэмплом. Но они переделали, конечно, Джимбо посильнее сделал. Меня чё грузишь-то? Потом чё, Фараон, трек убийца. Little Pimp, блядь. Little я Pimp, сегодня трек. Не еду на Фараон концерт. Фараон трек убийца. Я не понимаю, зачем он его выпустил, если он писал, велел Скваду, блядь, там как бы это, говорил, то, что нахуй надо отходить от этого стиля, типа дьявольского, там, про убийство, и сам выпускает «Убийца». Я вот этого тоже не понял. Не, ну трек как бы, что, ну Фараон убийца. Ты неправильно понял. Понял. 5 минут назад Фараона я все равно люблю. Мне нравится. Слима последний альбом. Я обожаю. Фараон хороший, люблю. 5 минут назад, вот этот вот пушечный вообще. Этот, как он, Бульвар Депо, там, Лоу Бэттери. Бульвар Депо, да, пацаны ровные. Лоу Бэттери. Слушай, я сегодня на РСП говорю. Где там про Радмир Шишков, пушка вообще. У тебя Радмир Шишков на микрофоне сейчас. У меня вот Шишкот, ёпта, тут жесткий. У меня микрофон, кстати, вот есть старый. Где вот все треки ТВЖ сюда вот лупили, братан, вот в эту пизду. Ладно. Фокус Райт, ёпта, джинга. Это для бокса упражнения делать. Тут вот штанга, короче. Красавчик. Какие планы сегодня у тебя? Повышать план. Я говорю, сегодня иду на концерт ЛСП, блядь. В натуре? А во сколько? Я бы тоже сходил. В 7 часов начало. А что, у тебя вписки там есть, да? Нет, блядь, за билеты пойду. Братан, ну а кто же понимаешь, время тяжелое. Че?
Да нет, конечно, там все нормально. Да не, я бы это... А что, может, мне сделают парочку? Ну, парочку не знаю, если... Ну, я с подругой бы, я с подругой бы влетел. Ну, надо думать, короче, решать это. Ну, можешь спросить, я бы с подругой залетел. Я бы интересуюсь, конечно. Но я обещать не могу. Я понял тебя. Я тебя понял. Тебя зависло в пизду, короче. Зависло в пизду просто.